И минутка добра в новостях Прима. Десятки людей помогли отремонтировать машину-инвалиду. Житель Ачинска Валерий Михайлов за рулем много лет, но зимой иномарка сломалась. Мужчина поинтересовался в соцсетях, где лучше и дешевле починить авто. Первыми откликнулись активисты общественного движения «Ачинск», а затем подключились и другие жители города. Они скинулись на запчасти, а автомастер бесплатно взялся за ремонт. В итоге за месяц Валерию починили двигатели, поменяли все жидкости, перебрали коробку и сделали глушитель. Во-первых, хочу всем сказать спасибо, кто помог. Просто поименно перечислять не буду, народу очень много. Вот то, что сейчас все для меня сделали, это стоило. И месяц, и может быть даже больше, но стоило этого. Потому что это может быть для других машин, так, средство как бы роскоши. А для меня это средство передвижения. Не поедешь.